Фотоконкурс «Мисс Ликви Моли». Доброе утро еще раз, друзья! Лиза Калинина, Никита Некрасов и, конечно же, великолепная, потрясающая мисс Ликви Моли. Но мисс Ликви Моли это не сразу же вот какой-то, какая-то красотка, а это конкурс. Целый конкурс с множеством красоток, которые проходят у нас. И что интересно, 27 декабря, в канун Нового года, когда исполняются мечты и вершатся всякие чудеса, мы подведем итоги и определим главную красавицу. Да, и вы еще можете, дорогие красавицы, а я уверен, что все красавицы нас слушают, и вернее, даже все барышни, которые нас слушают, они являются красавицами. Вот так вот. Вот, вы прям берете, надо сделать селфи, как модно сейчас говорить, селфануть себя. Вот, и выложить в социальные сети ВКонтакте или в Инстаграм с хэштегами эту фотографию «Мисс Ликви Молли», «Страна FM» и «Визит Норвей.ру». Видишь, не обязательно можно показывать селфи, просто себя. Ну да, можно. Красивый, например, с автомобилем. Лучше селфи. Да, как а можно селфи Александра. Какой-нибудь части тела, например. Вот так вот. Мне кажется, это серьезная заявка на победу. Итак, кто нас смотрит, видит Александру, фанатка «Янг Таймер Авто». То есть есть олдтаймер авто, это прям совсем древность, но восстановленная, наверное, частично. Это Янг. А это Янг. Янг таймер авто, как мы видим по фотографии у Саши, это фордец такой, это даже не знаю, какой фордец, не разбираюсь. Участие в фестивале «Фортуна» 2017. Угу. Да, и заодно решила принять в нашем конкурсе «Мисс Ликви Молли». Надеюсь, что получит она маслица. И, собственно, эта барышня Александра пишет: «Путешествие для меня маслица для фордица». Вот так вот, Давно не кормила своего. Оставайтесь с нами, выкладывайтесь фотки ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом «Ликви Молли», «Страна FM» и «Визит Норвей.ру». И мы будем каждую неделю выбирать промежуточную победительницу 27 декабря лучшую из лучших. Да. Готовы? Фотоконкурс «Мисс Ликви Молли».